Итак, мои милые подруги, в моей машине находятся еще 3 человека. Это Ричард, это Кларксон и Мэй. 3 друга пассагира. Это мужики, которые ведут конкурентную программу автомобильную. І що ти про це думаєш? Я чекаю агресії. А я кажу, що зараз ми побачимо жінку у дуже потужному авто. Джеремі пересел на заднє сидіння і попросив мене показати, як я їжу заднім ходом і паркуюсь в гараж з допомогою зеркал. Покажу. Елементарно, мене вже навчили, тому не составить ніякого труда. Ребят, да не робейте, да я умею ездить, что вы переживаете? Но немножечко, может, и сейчас вас и пугану слегонца. Так, по зеркалам. Руль вправо, руль влево. Мне в голову пришла гениальная идея. Так, хорошая машина подсказывает, что я... Да ладно, ребята, не переживайте. Все хорошо. Только я, между прочим, из-за вас ничего не вижу. Все, я так больше не хочу. Ну, давайте, или рассаживайтесь, ребята, или выходите, в конце концов. Между прочим, я не провожу бесплатные экскурсии по Киеву. Вот так. Ладно, сидите. Я вас еще раз покачу, еще покажу, как я умею это делать. Теперь для тех, кто сильно боится женщин за рулем. По зеркалам. Подруженьки, знаете, как хорошо, сидят 3 мужика огромных, да, и молчат. Я получаю колоссальное удовольствие.